Ну, сейчас уже докатимся туда, но уже полчаса остается на остатке. Хорошо, домой. Это мой личный. Да. Напишите мне, как вас зовут? Дмитрий. Напиши мне, пожалуйста, в какой-нибудь мессенджер, WhatsApp или Telegram. Дмитрий, встреча, и напиши по общественной организации. А я тебе сброшу обратно сообщение, чтобы у нас это записывалось. Ну, пообщаемся, я не против. Сейчас я свои... Да, конечно. Нам где помощники? Вот она, вот. Ира. Ну, Ирочка, сейчас едем, сейчас мне нужно записаться. Уже Ира была, Ирина уже Ирочка. Видите, как она? А потом мне сказали, что она да, что вторая поломала. Ну, я могу. Срочный выбор. Когда избирается городской глава и новый совет, они выносят на голосование совета новую структуру и принятие нового регламента. Регламент – это механизм, процедура, как принимается все на сессии, как сессии ведутся. А структура – это как видит мэр, какие департаменты, как называется, сколько замов. Сейчас у этого временного парня, ну, по-моему, 12 или 14 замов. У меня было 5. Ну, это невозможно управлять. Ну, когда уже у Гены было 10, я еще понимал, у него не было ног. Не мог доехать. А этому зачем 14? Чтобы да, давайте подходите. Правильно? Подходите. Подходите. Так 5 с головой хватит. Так.